А вот всем здравствуйте. Мистер Саныч решил прогуляться на лазо. В рангах. Или на ледяных островах. Давайте посмотрим, что получится. О, Ленинграду ускорение придается. Смотри, как здорово. Сразу включился. Это прям классно. По-другому он бы Ирбис 54 не завелся бы, блин. Мешаются тут под ногами всякие маленькие. Посмотрим, как ты на Ленинграде Ирбис 54 сыграешь. 54 это, наверное, возраст, а не регион. Давайте посмотрим. Ну и тоже интересно мне, как мистер Саныч на лазо сыграет. Посмотрите, какие у него флаги там. Это пират настоящий. Деньги неправильно взято. О, мимо уже хорошо по сегодняшним временам. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой. Красавчик какой. Ну-ка, ну-ка, зелененький, иди сюда. Жопа, блядь. Гигантского размера. Ну, лови-ка. Какие-то торпеды идут. Ну, вот это, я думаю, будет неудачная карта. У мистера Саныча это уже видно невооруженным взглядом. Тем более там ползет Колорадо, блядь. Слишком далеко ты выехал, друг мистер Саныч. 22 тысячи это твой предел. Саныч уходит в порт. Вот так неудачно он выкатился. Да, это жопа. Нео де Джулио. Неплохая, в принципе, лодка. И руки у игрока оказались правильными. Да, это поражение, друзья, это поражение. Да, печалька. Нас уничтожили. Самое главное, чтобы все остались целыми. Капец, капец.